Старый Баку. 8 марта. Вечер в разгаре и ресторан полон гостей. Самый популярный ответ менеджера, который слышен, то и дело. Извините, мест нет. Старый Баку – ресторан не просто большой. Здесь 8 залов. Каждые выходные принимают по 600-700 человек. И чтобы попасть сюда в праздничный вечер, люди бронировали места заранее. С коллегами собрались, потому что нам в прошлый раз понравилось. Атмосфера, обслуживание, все вежливые. Вот, и программа интересная. Поэтому мы сейчас... За 2 месяца вперед забронировали. Что касается развлекательной программы, то в честь Международного женского дня она была особенной. И всех гостей ждал сюрприз – выступление известного столичного артиста. Зал с удовольствием танцевал и подпевал любимым хитам, а актер Роберт Ланс в роли Григория Лепса был так хорош, что некоторые гости довольно долго терялись в догадках. Мы вот в недоумении – это настоящий Лепс или это двойник? Сюрприз, несомненно, удался и прибавил всем хорошего настроения. Здорово, очень понравилось, весело, впечатление хорошее, поднимает настроение всем женщинам, сегодняшним там, кто сидит в зале. Все замечательно, спасибо большое, очень замечательный праздник устроили. Старый Баку давно завоевал звание одного из самых любимых тверетянами мест. Интерьеры, сервис, живая музыка и, конечно же, кухня. От традиционной азербайджанской с использованием продуктов, привезенных с берегов Каспийского моря, до русской и европейской. Мы всегда здесь отмечаем каждый праздник. Здесь очень уютно, хорошо, вкусно готовят, обалденно. Не успели еще отпраздновать 8 марта, а в ресторане уже готовят новые сюрпризы для своих гостей. Скоро у нас еще будет спецпредложение от шеф-повара. Хочу все наши гости, чтобы слышал и приходил, попробовал это блюдо. Это только у нас пока это. Нигде этого не найдете. Если вы еще ни разу не были в этом замечательном месте, загляните на огонек. И тогда, скорее всего, вы обязательно сюда вернетесь. Старый Баку ждет вас.